Самый острый перец в мире, вы будете удивлены, ведь кто-то может съесть 22 самых острых перца за одну минуту и отделаться легким испугом, а кто-то от одного уже будет в больнице. Еще в 1921 придумали шкалу жгучести Сковилла. Халапеньо, например, в данной шкале имеет значение от 2,5 до 8 тысяч, обычный болгарский перец и вовсе 0. Красный перец от 10 до 25 тысяч, что в 100 раз меньше, нежели самые острые. А это Нага Джалоки, Ака Дорзет Нага, Тринидад Мару. И самый острый перец, выведенный садоводом Эдом Карри в США в 2013 году, от которого, если съесть более 1 килограмма, можно умереть, каролинский жнец. А по ссылке в комментах можете посмотреть, как его кушает наш знакомый с канала Chili Family. Go!